Так, теперь сюда. Помягче на колено становитесь. На колени помягче. Артур? А
пусть так и будет. Это мы тоже сюда поставим. Так. Ну что, Влад. 9 подворотов и бросок через плечо. В левую сторону. Вы всех правы? Через плечо. Колени через плечо в неудобную сторону. Ну, раз ты правый держишь, в эту сторону. Да, вот это. Да. Готов? Пошел. Раз. Два. Три. Четыре. Пять.
разворачиваем. Еще раз. Партеры 3 секунды. Так, подумай, как его сделать так, чтобы он с тобой сравнялся. Одной рукой боролся, на одной ноге боролся. Правой держать захват или левой рукой держать. Одной здесь держать. Не, не наоборот, не стесняйся. Стойку, Шендри, стойку. Дан, раз, два, три, в стойку. Thank you.
Не чувствуешь? Очень подвигайся. Влад, а вы на сильном линии как раз, да? Как ты не можешь понять, Саша? Ну раз бросит, два, третий раз бросит и ударит. Как, я тебе скажу, через грудь это локоть выставляет. На локоть упал, плечо болит, локоть болит. А если он через прогиб или куда-нибудь туда головой ударит? Зашел, ты должен зашти и бросить. Если ты не можешь бросить, тогда уйди оттуда сразу. Понял меня? Да. И берешь. Зашел спокойненько и стоишь. А он начинает тебя. Ты же, блин. Джек.
икон. О, вот Артур молодец. Взял на икон, упал, и все, и колени не болят. Смотрите, у него колени нормальные. А сейчас он встанет, подумает, что он делал, как, и ответит, и все. О, по колокольчикам. Стоп, Артур. Стоп, держи захват. Ты держишь одной рукой. Все, ты уже улетел. Да. Ты уже улетел. И посмотри на меня. И держи эту руку, рука у тебя здесь. И тебя эта рука не здесь, а вдруг он пойдет, что у тебя рука здесь. А в том удушаешь. Ты не убираешь. Вообще оставляешь все. Я бы не пугался. Сели.
Миша, чуть-чуть уйдите в сторону сюда. Я тебя прошу, вот здесь. Сделай, пожалуйста, 30 приседаний, 30 отжиманий, 30 раз пресс. Сделаешь, скажешь мне, я поменяю тебя. Шадря, перейдите вон туда, пожалуйста. Три раза один, три раза другой. Три раза один, три раза другой. Руки. Саша.
турнире. Пожалуйста. Еще раз, болевые делайте аккуратно, куда вы спешите.
Так, где? Так, Матем. Подошли сюда. Так, это... Да, до свидания. Следующий. Чуть-чуть посложнее. Раз. Упирается. Раз. Что дальше? Болевой. Оп. Значит, еще раз. Вот он держит руки. Вы что делаете? Раз, дергаете все. Раз, для того, чтобы руку. Забрали эту руку сюда, ногу уперли и под мышку ударили, и потом завернули. Вверх, прошла рука снизу, уперлась нога, рука и сверху. Еще раз. Еще раз. Вверх. Раз. Все, теперь будет без этого. Без кепки будет. Пошли, попробовали. Пошли. Это джучи китами называют. Болевой. Так? Вот, почистка. Джучи китами. Японский, да? Еще раз. Руки положить на живот партнеру. Теперь нет. Теперь смотри, тебе левую руку нужно пропустить вот сюда. И руку сюда, сюда сбить. Нет, нет, руку сюда сбить. Нет, нет. Руку сюда сбить. Да, сюда дерни. Нет. Сюда потяни. Не от себя, а сюда. Внутрь. Вот. Теперь другой упираешь, толкаешь, и потом другая нога идет. Толкнул. Другая нога сейчас в голову. Да. Так не получается. Ну как, у тебя уже получилось? Нет. Ногу, 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 ногу упри, Артур, правую ногу упри, а левую под мышку.
шо, Миша, еще раз, дай, не спеши!
Хорошо, Матвей. Матвей. Считай до трех, построили. Раз. Два. Три. Ты работаешь 20 лет, пошел молодой.